Тиффани. Тиффани. Ты сладкий хочешь? Тебе помогают кто-то? Да? Ой. Мерфин уже нашел новое место, где жить. Даже не, может, кто-то услышит, где он живет, но не увидит. Я же держу телефон, а он у меня на голове. Ты куда? Забираешь? Куда? Играться. Играться? Забирал бы у Мерфина у меня с головы. Посмотри, где он сидит. Папа взял играться, попугая. Тут еще кто-то пришел. Уже на руки просится. Не успел вырасти, уже на руки просится. И ты, даже Чарли не хочет, видишь? Не просит? Нет. Чарли, а ну давай ухо проверим, как у него, как у лисицы, такой же. Все сразу. Мерфин, ты с моей головы. А, папа устроился. Будет телевизор смотреть или играться с попугаями? Мы давно играем. Вы давно играете? Такой брызг. Скажи ему браво. Брызг такой. Скажи, какие красивые. Вот так. Ой, ой, красивый. Красивый такой. Саша, ну тихо не спит. Сейчас посмотри придет на котенка. Доктор. Посмотри на котенка. Уже... Сейчас доктор придет. А ну иди, посмотри сюда с больной. Лихочек, хочет играть. А Кристина хочет, чтобы почесали? Ну, лисичка есть, видишь, она так тихо. Мерхен, давайте я скину головы свои. Фух. Спасибо, да. Чего так было на мне сидеть? Что такое, ты чай? Иди сюда, Марина, иди сюда, давай. Это Кристина. И Терри хочет, и Джесси хочет. Хвостом машет, да? Котенок в цветочек уселся. Сейчас сел цветочек, это дюймовочка. А, дюймовочка. Вот так, да. Закрой цветочек. Семицветик. А где Африка, интересно? Африканец он. Саша, он не африканец. Скотами. Я сейчас проверю. Тебя папа называет африканцем, понимаешь? Ну, Африка, она не меняется. Она пока... Потеряла одного котенка. Типа не сидит, ждет, когда ухи будет ей чистить. Напрягла и... Ухо поцарапала. И поцарапала сама, бегала. Кот уже нападает практически. Практически шикарные котята, шикарные. Кто красивее, Чарли или кот? Конечно, кот. Без кота и жизнь не та. А что это там за хвост такой? Марсель, иди уже сюда, хватит там лазить. Зефир хочет. Под ногой. Чарли, перестань уже дурачиться, посиди как... Телевизор смотрим же. Иди, массаж делай. Иди, ладно, иди сюда. Тиффани ждала, приготовилась на массаж. Поздравляйся с Тиффани. Поздравляйся с Тиффани, давай. Да, она не будет играться с Тиффани, если ты сидишь. Хочешь телевизор смотреть? Хорошо, давай. Включаем. Нет, мы не включаем телевизор, нет. Ну тогда включай без звука. Тиффани, не хочет она тебе ухо проверять. Ой, Чарли, не хочет, да. Привет, где ты была, Кристина? А? Почесать тебя? Потом почешу. О, Шер появилась. Шер, выходи, иди сюда, что там напрямую делаешь.
Что-то я угасили научился. Тиффани, возьми себе котенка и дружи. Что ты вот это Чарли ждешь? Он тебе и почешет ушко, и проверит, и помассажирует. Смотри, какой хороший котенок. А красивый. А шерсть гепардовая прям. Ну чем не гепард? Продается мини-гепард. 10 тысяч долларов. Ну, просто не хватает. Африка, не переживай. Это котенок, лиса его не тронет. Она теперь тоже не тронет. Африка уже хочет забрать. Разгавкалась. Иди к тем котятам, у тебя 2 штуки. Да. Ну, да, Африка. Ну, что ты жадина такая? Тиффани будет играться с котенком. Уж. Хорошо, хоть еще Шер дает. И Наоми. Побежала. Ой. Побежала. Вот смотри, 2 штуки у тебя есть. Наоми, хочешь хотеть? 2 штуки есть. 2 просто очень красивых. Так. Ну что, тебе жалко котенка, что? А что, клетка закрыта? Вот захочет ночью нагрета, а у них территория кто-то закрыл. Маленькая. Иди, бери котенка, будем играться. Иди. Африка жадина не дает, даже хотят даже Тиффани. На, играйтесь. Да, вот, дружите. Нет, ты так не пищи, а то он может испугаться, подумает... Но он же не знает, что ты добрая. Все. Так, не кричи мне на это. Вот какая жадина у нас Африка. Поняла, что я не даю котенка. Иди, он там 2 котенка. Чарли, я тебе сейчас пару. Быстро слезь оттуда. Давай. Бегом. Вот как ты себя ведешь? Пусть папа идет с тобой играется. Ничего, скоро котята подрастут и будут с Тиффани дружить. Они еще не поняли, что можно. Тиффани просто хочет, чтобы ей почесали уши. А Марсель хочет зефир. Он сегодня получил кусок зефира большого, да. И теперь мучается. Больше не даем. Вот ходит ребенок, мучается. Держит зефир. Тиффани, иди, котеночку, иди. Иди, маленький, не хочет. Как не, уже видела. Ходит, хотела его забрать. Гавкала на Тиффани. Такая смешная морда. Такая смешная. Такая леопард. Леопард такой. Вот такой, скажи я. Леопард. Вот такой. Просто очень красивый я леопард. Просто скажи, я страшно красивый. Да, скажи, у меня вон какая розетка красивая. Ой, что там тебе папа дал? Да, ты что думал? Котенок маленький.
Знакомьтесь. Что ты выдаешь? Что-то вкусное? Может... Нет, не вкусно. Может, ты котенок такого хочешь? Там Тиффани, да. Что такое? Ой. Хорошо, хоть подушки есть, где попрыгать, побегать. Давай. Иди, тебя сейчас типа не пожалеет. Иди к ней. Ой, пожалей, котенка. Нет, это мне не пищи, а то он испугается. Он еще маленький. Он не понимает, что ты просто так разговариваешь. Ну, она так разговаривает. Вот так. А вот у нас главный... Так. Что ты кричишь? Морду ему вытерла сразу это. Ну, ладно, боится. Понятно. В общем, игра заканчивается, кажется. Кажется, игра заканчивается, кажется. Вот сейчас пойдет, куда положено ему. Сейчас Африка покажет, куда ему положено. Я не забираю, иди уже. Я просто за тобой иду. Не забираю я. Он говорит, в общем, он сказал так. Поигрался и хватит. Я только за такое воспитание котят. Я считаю, такой котенок стоит бешеные деньги. Только за воспитание. Его и попугаи, и лисы, и собаки все воспитали. Просто будет лучший друг семьи. И гепардовая расцветка. Так. В принципе, Африка может без котят полежать. Главное, что она знает, что они возле нее. Вот так хорошо в Африке, лучше всех. А всем приятного просмотра на очень красивых котяток. Всем, скажи, всем приятного, чтобы всем хорошо, улыбка на лице. Приятная, чтобы была на душе спокойно и хорошо, и тепло. И красивые котята. Так, дети в розетку, пальцы не суют. Африка, в принципе, она все, она знает, что не за нее, она спокойна, что с ними ничего не будет, что она их бережет. Вот такая собака у меня золотая. А папа его еще называет африканцем. Африка, это я не африканец. Это, скажи, разные вещи. Да, можешь не смотреть, все нормально, они играются. Все хорошо, Африка, не переживай. Сейчас еще туда сядет. Ой, ну не Африка, я не знаю, что это такое. Африка воспитывает. Но воспитанию они пока не до конца подлежат. Все, Африка, один уже пришел в будку. Иди уже, ложись рядом.
даже обрадовался. Скажи, хоть один молодец пришел ко мне.